Берем курочку и залазим к ней под шкурку. Нарезаем апельсин тонкими слайсами и закладываем так, как я показываю в видео. Солим и добавляем черный молотый перец. Аналогичные действия и делаем со стороны грудки. Разрезаем апельсин на дольки и фаршируем курочку. Берем рукав для запекания и погружаем в него курицу. Берем тару и отправляем в холодильник. Со следующей курицей мы поступаем так же. Отрубаем ненужные части, добавляем черный перец и соль. Берем 3 зубчика чеснока, выдавливаем и натираем курицу. Перекладываем в тару и отправляем мариноваться в холодильник. Берем куриные грудки, перекладываем в кастрюлю, подсаливаем и отправляем вариться на 25 минут. Берем 2 десятка яиц, перекладываем в кастрюлю, подсаливаем и отправляем вариться на 15 минут. А пока будем делать печеночный торт. Для этого рецепта нам понадобится печенка и блендер. Разрезаем печенку на кубики и помещаем в блендер. Закрываем блендер крышкой и начинаем измельчать печенку. Переливаем в отдельную тарелку, добавляем соль и черный молотый перец по вкусу. Разбиваем 2 яйца и добавляем 3 столовые ложки муки. И хорошенько все перемешиваем. Отставляем в сторону, а пока подготовим начинку. Берем морковку и натираем на крупной терке. Берем репчатый лук и мелко нарезаем. Перекладываем в отдельную тарелку и отправляем обжариваться все наши подготовленные ингредиенты. На раскаленную сковородку выливаем растительное масло. Выкладываем подготовленный лук и морковку и обжариваем до вот такого состояния. Меняем сковородки, наливаем растительное масло и формируем коржи лопаточкой. И обязательно накрываем крышкой. Когда сверху печенка побелеет, можно уже переворачивать. Накрываем крышкой, ждем 3-4 минуты и можно снимать. Вот такая красота у меня получилась. Берем подготовленные коржи и начинку и начинаем формировать торт. Сначала размазываем майонез, следом выкладываем зажарку и так поступаем с каждым слоем. Марафетим макушку майонезом, разрезаем яйцо напополам и натираем на крупной терке белок и желток. Выкладываем кольцом белок и в середину закладываем желток. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник. Переходим к крабовому салату. Берем палочки и разрезаем на кубики. Берем вареные яйца, чистим и мелко нарезаем. Также нарезаем кубиками и свежий огурец. Перекладываем в отдельную тарелку все наши нарезанные ингредиенты. Добавляем консервированную кукурузу. Внимание на банку. Та-дам! Добавляем порцию майонеза, подсаливаем по вкусу и хорошенько все перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник. Берем вареные грудки, мелко нарезаем и также поступаем и с яйцом. Перекладываем в отдельную тарелку, берем тару для салата и скидываем все наши подготовленные ингредиенты. Добавляем банку консервированного ананаса. Выдавливаем 2 зубчика чеснока, добавляем майонез и хорошенько все перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник. Берем рис для курицы и стакан. Пересыпаем рис в стакан и идем промывать рис. Пересыпаем рис в дуршлаг и хорошенько его промываем под холодной водой. Меняем дуршлаг на кастрюлю и пересыпаем в кастрюлю рис. И заливаем водой из расчета стакан риса на 1,5 стакана воды. И отправляем вариться до неполной готовности. Снимаем рис, пересыпаем в дуршлаг и промываем под холодной водой. После того, как промыли рис, пересыпаем его обратно в кастрюлю и переходим к столу. Высыпаем в рис оставшуюся зажарку и хорошо все перемешиваем. Убираем в сторону, берем курицу и фаршируем ее рисом. Вооружаемся иголкой и ниткой и зашиваем отверстие. Помещаем в духовой рукав и берем вторую курицу. И отправляем готовиться в разогретую духовку до 200 градусов на 1 час. Пока подготовим картофель. Берем помытую картошку и разрезаем напополам. Я понимаю, что это блюдо выглядит не по-праздничному, но я очень люблю запеченный картофель. В прошлых видео было много блюд из картошки, выбирайте любой. Берем тару для запекания и отправляем в духовку на 45 минут. А пока сделаем начинку для тарталеток. Берем вареные яйца, чистим и мелко нарезаем. Нарезаем кубиками свежий огурец и добавляем икру трески. Добавляем майонез и хорошо все перемешиваем. Отставляем в сторону, берем тарталетки и начинаем их фаршировать. Вот такое количество у меня получилось. Отправляем в холодильник. По истечению 45 минут достаем картошку. Разрезаем духовой рукав и отправляем курицу под верхний гриль на 15 минут. По истечению заветного времени достаем оба блюда. Для жульена нам понадобятся грибы. Мелко нарезаем грибы и репчатый лук. Перекладываем в отдельную тарелку и нарезаем куриную грудку. Тоже перекладываем в отдельную тару и идем обжаривать на сковороде. На раскаленную сковородку выливаем растительное масло. И обжариваем лучок, пока он не станет прозрачным. Следом залетают грибочки. Хорошо все перемешиваем и добавляем куриные грудки. Добавляем 400 мл сливок. Столовую ложку просеянной муки. Добавляем черный молотый перец и соль по вкусу. Еще раз хорошо все перемешиваем и даем блюду загустеть. Снимаем сковородку и перекладываем всю форму для запекания. Отставляем в сторону, берем терку и натираем сыр.
и делаем сырную шапку для нашего жульена. И отправляем в разогретую духовку под верхний гриль на 15 минут. Обязательно подсматривайте за блюдом, чтобы не сгорела сырная шапка. По истечению заветного времени достаем жульен. Вот такой красавчик у меня получился. Следующая закуска — бутерброды с красной икрой. Берем икру и багет. Открываем икру и нарезаем багет. Сливочное масло у меня еще осталось с прошлого видео. Я думаю, если не добавлять сливочное масло, то это будет полным кощунством. Распределяем икру по багету, и все готово. Ребят, привет! Вот такой вот новогодний стол у меня получился за 2000 рублей. В этом части видео я расскажу вам, какие нюансы у меня случились, да, и какие ингредиенты я бы лучше бы чуть-чуть переплатил, но получил бы лучше качество, да. Ну, давайте сначала я начну с презентации стола. Первое блюдо у меня представлено — это печеночный торт. Может, кто-то знает этот рецепт, кто-то не знает этот рецепт. Но мне его посоветовали, я его сделал. Были рецепты с применением молока, сливок. Но у меня чуть бюджет ограничен, поэтому я не добавлял сюда молоко, а просто это добавил туда яйцо, специи и выпекал коржи. Все отлично получилось, все отлично снималось, переворачивалось. Главное — закрывать крышкой. Когда закрываете крышкой, он схватывается с двух сторон, этот корж, и его легче будет переворачивать. Да, это вот, ну, такой вот лайфхак небольшой. Следующее блюдо у меня — это курица с апельсинами. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Но мне нравится сладость апельсина, вот эта цитрусовая нотка, которая дает апельсин курице. Мне это блюдо отлично заходит. Ну, на гарнир у нас картошка. Следующее, второе горячее блюдо у нас — это курица, фаршированная рисом. На гарнир также картошка. Ну, курица с рисом, что здесь? Ну, взяли курицу, нафаршировали рисом. Но только есть момент, момент приготовления самого риса. Чтобы рис у вас отходил рисинка от рисинки, да, вот как говорят, нужно очень хорошо сначала промыть под водой. Я его потом поставил на огонь. Не доварил рис, но так как у меня он в дальнейшем приготавливался в соке курицы, курица давала сок, и рис тоже вот пропаривался, да, и он не превратился у меня в кашу. Вот когда я его не доварил, я еще раз его отправил под кран, да, под холодную воду, хорошо его помыл, и уже добавил после этого зажарочку и отправил его в курицу запекаться. Все отлично, к блюду никакого вообще абсолютно нарекания нет. Следующее блюдо у нас — жульен. Жульен тоже классно, посмотрите, его просто невероятное количество получилось. Я купил грибы вешки. Они стоили 170 рублей килограмм, они были на 30 рублей дешевле, чем шампиньоны, поэтому я использовал вешки вместо шампиньонов. Если вы любите шампиньоны в жульене, пожалуйста, никого не заставляю делать так же, но мне вешки нравятся, честно говоря, больше, чем шампиньоны. Какой-то вкус они другой дают, и поэтому мне они больше нравятся. Также сырная корочка сверху, ну, это классика, это очень вкусно. Следующее у нас блюдо — это бутерброды с красной икрой. Вы, наверное, такие смотрите: блин, пипец, типа, стол за 2000, и здесь представлено еще бутерброды с красной икрой. Да, зашел в ленту, появились зелененькие баночки с икрой за 250 рублей. Очень вкусная икра. Мне отлично, прям вот, я прям обрадовался, думал такой: блин, вот 250 рублей еще икра, и, ну, это типа замечательно, у меня типа на этом на новогодний этот стол пойдет еще и бутерброды с икрой. Это, ну, отлично. Икра отличная, вы увидели, наверное, баночку. Очень вкусно. Если найдете в своем городе, типа, берите. За 250 рублей вы, ну, лучше не найдете икры. Следующее блюдо у нас — это крабовый салат. Ну, тоже такой классический. Многие его готовят на Новый год. Ну, мне кажется, наверное, 90% семей его готовят. На нем сильно заострять внимание мы не будем, но я скажу одно. Я жалею, что я купил крабовые палочки в светофоре. Никогда их не покупайте. Не то, что их там есть невозможно, там, либо они невкусные, да. Вы просто... Они сухие. Ребят, они просто сухие. Нет вот этой влажности какой-то. Я думал, я их добавил в салатку, думаю, ну, на вкус ничего, ну, сухость это, ну, вообще, блин. Думаю, ну, наверное, в салате отлежится, знаете, как... Ну, пропитается, что ли, майонезом, вот это все. Нет.
они все равно сухие. Никому их не советую, лучше бы я не экономил на этих палочках, купил бы на 30 рублей дороже, и салат бы вообще бы просто пушка-бомба был. Но не с этими палочками. Тарталетки с икрой трески, с яйцом и огурцом. Все, классическая такая какая-то намазка, да, на хлеб. Можно там и на хлеб намазать, как на бутербродик. Ну, вообще можно и не икру, трески сюда добавлять, абсолютно там любую икру добавить, да. Но у нас бюджет ограничен, поэтому мы добавили, ну, на что денег хватало. С тарталетками очень-очень вкусно. И на бутерброд, и под закусочку, и в тарталеточку. Вот этот, и просто можно как салат использовать, как, ну, закусочка, да. Ничего сверхъестественно, все максимально бюджетно и вкусно. И последний на сегодня салат у нас, который будет, это салат с курицей и ананасами, да. Чесночок, ананасики, курица. Но есть один момент. Я люблю этот салат с копченой курицей. Ну, у меня как бы бюджет не позволял, поэтому у меня здесь вареная. Но если вы делаете этот салат, попробуйте его с копченой курицей. Это очень-очень вкусный салат. Я думал, может, обжарить курицу. Может, там это... Ну, не стал, короче. Потому что, если бы я, наверное, обжарил, она бы, наверное, сухая была бы. Вареная грудка отлично в этот салат тоже идет. Но если бы здесь была копченая курица, буст этому салату сразу такой бах на 100% и совсем другими красками он бы заиграл. Но так как у нас бюджетный стол, ограничились исключительно вареной курочкой. Так, стол я, ребят, вам свой представил за 2000 рублей. Вот такая вот куча чеков у меня. Ну, опять, ну, магазинов мало, да, но по несколько раз в один и тот же заходил. Я посещал такие магазины, как Светофор, Лента, Пятерочка, Гипер, Обычная Пятерочка и Перекресток. Был в Перекрестке, ну, везде по чуть-чуть покупал. В принципе, не напряжно было что-то где-то найти. Тарталетки, кстати, вот эти, ребят, очень вкусные в гипермаркете Пятерочка. Я их только увидел, они по 69 рублей. Самая дешевая цена 69 рублей в Пятерочке. Возможно, они и в Обычной Пятерочке. Ну, в Пятерочке Гипер я их только и увидел. В обычной я их не видел. 69 рублей, все отлично. А так 150 рублей обычно вот эти салатные тарталетки были. Кстати, ребят, хотел сказать, что у меня этот стол вышел на 2100 рублей. Там по мелочи я докупил, там типа багет за 19 рублей, там что-то там еще... Ну, короче, вышло у меня где-то, ну, около 2070 рублей, ну, что-то такое, да. И что я не использовал по чеку, это только муку. Муки потребовалось 4 столовые ложки всего, вот. 4 столовые ложки, я не стал там муку покупать, хотя она там 37 рублей стоит в Пятерочке полкилограмма муки. 37 рублей, но я не стал заморачиваться, у меня мука дома была. Так же, как и специи какие-то, которые там, ну, использовались, да. Ребят, надеюсь, вам мой стол понравился. Чеки я прикреплю под этим видео на Яндекс.Диск. Вы ознакомитесь, эта информация, может, кому-то будет полезна. Или кому-то просто интересно, сколько каждая позиция стоила, да. Можете ознакомиться на Яндекс.Диске. Всех с наступающим Новым годом и до встречи на канале. Пока-пока!